Для подкормки пчел зимой самое эффективное — это давать просто порезанные на куски соты с медом или с сиропом, который был скормлен осенью и оказался просто на краю где-то семьи. Пчелы его не обсиживают. Достается такая рамка и просто режется на кусочки. Таким образом, пчела уже будет есть готовый, переработанный корм. И нагрузка на кишечник будет минимальная. Сверху кладем эти рамочки, вырезанные соты. Почему я не ложу целиком рамку? Во-первых, потому что очень сильно охлаждается семья. И это совсем не нужно семье сейчас, чтобы было лишнее охлаждение. А во-вторых, огромный кусок, он требует того, чтобы края, откуда будет уходить воздух вверх, тепло, пчелы будут вынуждены блокировать и закрывать своими телами. Что также, ну, негативно для теплообмена семьи. А такой вот пласт, положенный сверху на планочке над семьей, гарантирует, что на месяц семье хватит такого куска. Этой семье, в принципе, еще кормов достаточно, но страховочно положено.